Диман, вот так мы проснулись. Это снег за окном. Хочем мы выйти на улицу. Вот у нас на улице снега. Выходим, открываем дверь. Пожалуйста, продолжает дуть. Как на работу выходить, не знаем. Прорывается бригада ко мне сейчас. Так что веселуха, все парализовано. О, классно, пила чай с молочком. Посмотрите, посмотрите. Это вот угодить просто невозможно. Вот эти вот. Вот это вот, ну это какой-то ужас. Оно, этот непрекращаемый поток. Капец. Это из чего оно делается вообще? Это что такое вот за молоко? Где тут ход? Где ход? Что тут ход? Тут ход? Где его уходит? Ты что, блин, прикалывай, что ты что нахуй? Давай приходи там. Давай иди. Приди. Мужик, это зеркало. Это зеркало. Зеркало. Трасса М5 Урал. Догоняем особо опасного преступника. Уехал с места преступления. Угнал автомобиль марки, непонятно, что за марка, короче. Но походу ему холодно. Номер Елена 535 Максим Альберт. Так, номера нет, короче. Не зарегистрирован автомобиль. Не, ну ему походу холодно. Может он выпил чутка. Тогда посмотрим спереди. Ведь спереди. Давай обгон. 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 Ha 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 ha
Она такая важная. Я на машине еду. Ты поближе цена, вот с ним ее. Кот в машине. Да ну. Да. Да ну. Ой, тормознули. Смотри, реально кот выходит. Давай еще раз дочек и все. Как ты поломаешь, ты по мне платить, ты заебал. У меня денег нет таких, ты понимаешь, что нет? Ну еще разочек и все. Договорились? Раз. Последний. Напи, торопись, блядь, еще раз. За 5 минут, да. Как что, ты за что, поломаешь? Блин, вот открытка, я лечу, отвечаю. А ну один раз. Руки за спиной, нахуй. Ты заебал. Чего ты свой поломал? Чего не скажешь? Шланг вообще за черный, да? Возьми посуду другую. Или в себя сразу. Нет, все на донышке. Пару глотков еще осталось. Все. Все. Вот кому в сборной играть надо России, блин, да? Говорю, дедуся, а то ходят и спят по полю. А что ему делать, он бабки получает, хоть так вот, а? Сколько до сотки осталось? Показать. Я крутил луну, нахуй, какой шарик, блядь. Серега, подожди, давай, третий контрольный, поехали. Вдвоем думайте, где, в каком. Накрыл. Одно резкое движение, руки показал, в каком, левом, правом, Серега. Быстрее, право. Подождите. Говори, не подскажешь. Где шарик, тот получше, да, на раз. Здесь, да. Серега, а я делаю нереальные вещи. Вот так рушатся стереотипы, да? Это участник дорожного движения. В данный момент он двигается по правой полосе нашего нового моста. Скорость соблюдает в пределах 5 км в час. Он еще что-то пританцовывает. Видимо, правый поворот он включает, я так понимаю.
Да, совершенно верно. Он включил правый поворот и повернул направо.